Не так давно создатели Mass Effect, неожиданное начало для ролика про Dishonored, сообщили, что путь добра в игре выбрали 92% геймеров. У меня есть предположение, почему так произошло. 92% проявляют вложенные во всех нас социальные инстинкты. Мы предпочитаем вести себя подобающим образом и получить за это поощрение. Думаю, что это... Ну, это еще связано со воспитанием. Это не инстинкты. Понимание, в котором говорят, не в биологическом понятии, а в социальной конструкции скорее на это влияет. Ну да, каждый пытается делать. Но воспитание-то оно есть. Ну, в принципе, да. Я да, когда пытаюсь, когда играю в игру, стараюсь поступать так, как поступил бы я, допустим. Ну да. Это справедливо для абсолютного большинства игр. Если убрать контекст, выбор между банальным «хорошо» и «плохо» предопределен. На самом деле нам нужно кое-что другое. И великая серия Dishonored это кое-что другое проворачивает талантливее всех. В ней есть не только пресловутый моральный выбор, но сама ее суть пронизана очень тонкой и сложной философской концепцией, которую я не смогу объяснить без помощи нацистов, Bioshock, Fallout, Hitman'а и Платона, который осуждает Mass Effect. Но на берегу предупреждаю, все, что вы услышите в этой рубрике, это СПГС, и это абсолютно бесполезное завихрение разума. Об этом не нужно думать, у этого нет никакого практического применения, это никак не поможет вам в жизни, это вещи, которые будет очень скучно слушать, но которые вроде бы, есть такое подозрение, делают нас, как людей, немножко интереснее. Все познается в сравнении, так что в начале нашей экскурсии поверните голову налево, где вас ожидает Bioshock. Я люблю игру всем сердцем, но выбор в Bioshock — это говно. Лудонарративно, то есть в связке игра-повествование, у нас нет никакого выбора. Мы идем как бы по прямой, неистово рубим большого папочку в щепки, сжигаем, унижаем, ссым на его труп, а потом задаемся важным вопросом. Мне пожалеть девочку или сделать бяку, но получить бонус? В Dishonored же выбор это не только сюжетная точка в конце уровня. Для игрока объектом выбора является сам характер игрового процесса. Можно пройти игру как веселый рубака, а можно никого не трогать и склониться в сторону стелса. Благодаря системе хаоса, там больше можно пройти убийств, вообще не больше убивать хаоса. Никого. Меньше убийств, позитивная концовка истории. Вроде бы все просто. Тебе говорят, не убивай людей. Понял? Не убивай людей. Вот, держи классную штуку, чтобы убивать людей, но не убивай людей. Да-да-да. Смотри, мы сняли целый трейлер про то, как красиво и изобретательно убивать людей в нашей игре. Люди на Ютубе заводят целые каналы про то, как красиво убивать людей в нашей игре, но это они зря. Чувствуете некоторый диссонанс? Вот, я сижу на картах за спиной охранника, игра, чё ты от меня хочешь? Геймдизайнеры заложили в одну коробку сразу две диаметрально разные игры. И кто вообще в своем уме выберет вторую? Это как по собственной воле выбрать в парке развлечений чашки вместо роскошных американских горок в VR-шлеме. Но вот где-где, а в Dishonored нет никаких 92%, которые играют определенным образом. Ведь вся серия строится на вещи гораздо более мощной, чем моральный выбор. Dishonored — это игра про выбор между этикой и эстетикой. Ты пока постой, я подумаю и вернусь. Марио. Ну такой моральный выбор часто случается, такой, блять, вот ты сделаешь каку, ну, типа, отдать кому-то гандону какому-то этот, но тебе дадут этот, как там, хороший, допустим, там, лут, оружие, броню или еще что-то. И ты такой, бля, что делать-то? Итак, конфликт этики и эстетики. Вот, на мой взгляд, самый лучший пример такого конфликта в истории видеоигр. Мегатонна в Fallout 3. Город, построенный вокруг атомной бомбы, которую вы можете обезвредить, и... ничего не произойдет. Ладно, вы сохраняетесь, активируете бомбу и занимаете точку поинтереснее, чтобы узнать, что же будет, если все-таки ее взорвать. Происходит ядерный взрыв. Только теперь твоя карма в аду, поэтому будь добр загрузиться. Взрывать атомную бомбу — это плохо. Понятненько? Но почему мы все-таки это сделали? Как минимум сходили на YouTube, чтобы посмотреть, как это будет. Потому что в нашей голове сражается условное «правильно», то есть этика, и неправильно, но как же охуенно, то есть эстетика. Давайте вернемся к Mass Effect. Да, именно поэтому мне нравится этот, как его. Понравился Man Eater. Потому что эстетически
приятно рвать акулой людей на части. Расслабляет, знаете ли. Реклама. Ты не знаешь, где лето? Посмотри на World of Warships. Здесь все кипит, раскаляется и просто горит. Да тут как на курорте. Солнце, море, воздух. Тир. Пинг-понг. Любишь кататься на банане? Это мелко. Катайся на линкорах. Любишь гонять с ветерком? Бери эсминец, врубай форсаж и твори, что хочешь. Все, что хочешь. World of Warships. Топи, зажигай, отдыхай. Конец рекламы. Плохой выбор в ней зачастую просто плохой. Ты просто ведешь себя как говнюк, а это в лучшем случае проявление нонконформизма, которое никакой осязаемой дополнительной ценности не дает. Но есть один замечательный эпизодик. Вот это всратая журналистка. Ох, я сейчас потеряю свой последний шанс иметь фанаток. Короче, этически живую женщину бить в жизни не надо. Но в этом случае эстетически, вот просто посмотреть катсценочку разочек, я, если честно, в своем прохождении не удержался. А потом как-то не загрузился. И перенес сохранение в следующую часть. И получил справедливое наказание. Искусство должно не только развлекать, но и учить правильным вещам. Почему я выделяю... Как говорится, я бы возмутился, что это спойлеры, я сам это не узнаю, но я, скорее всего, к моменту, когда соберусь игру проходить, забуду, потому что это не сюжетная часть. И это в двух, получается, он в первой части, видимо, или, ну, в предыдущей части сделал, а в следующей части получил уже ответочку. Этот эпизод особенным образом. Ударить бабу по лицу в данном случае не моральный выбор. Ведь очевидно, что тут хорошо, а что плохо. Но вся сцена — удачный анекдот, в котором вам предлагается опция неожиданной и поэтому потенциально смешной развязки. В этой сцене выбор на самом деле не моральный. На самом деле он о том, какое вы хотите завершение эпизода. Скучное или потешное? Этичное или эстетичное? Ударить женщину по лицу — это эстетично. Эстетично не в бытовом смысле — красота, а в более широком понимании. Весело, круто, классно, возбуждающе. Короче, как я и сказал раньше, в этой сцене это просто охуенно. Так вот, чтобы подавить наш социальный инстинкт и заинтересовать нас в неправильном развитии событий, нужно вот это самое «зато будет охуенно», которое может перевесить наши эволюционные установки. Это и есть конфликт этики и эстетики, почти идеальный инструмент для того, чтобы строить на нем выбор в видеоиграх. В основе Dishonored лежит разнонаправленное давление, которое создает два типа игрока. Одного человека оно склонит в сторону эстетики. Игра дает все кисточки, чтобы сделать себе хорошо в традиционном игровом смысле. Очень много разных, очень опасных кисточек. И больше того, за то, что ты будешь играть как тебе весело, ты получишь высокий уровень хаоса, то есть более яркий и более выразительный мир. У тебя будут не просто новые уровни, но новая эмоциональная окраска. Ты получишь новый контент, ты посмотришь на стаи крыс и полчища плакальщиков. Да. Все это ценой маленькой сделки с совестью относительно ничего не значащих цифровых болванчиков. Хотя... Придется оставить их в разрушенном ужасном мире. Но ты же сам пожертвовал этикой, это же абсолютно логично, да? Таким игроком мог бы стать молодой Оскар Уайльд, который чуть ли не первым так и сказал: эстетика выше этики. И пошел целовать маленьких мальчиков. За это сел на каторгу и чё-то с годами передумал. В противостояние с ящиком геймплейных инструментов вступает нарратив, повествование. Все ваши действия обоснованы, персонажи прописаны, и сюжет обмазывает контекстом все вокруг. Этот контекст, да, на игрока. Да, Корва прав, он нам симпатичен. У нас есть другие положительные персонажи, и у нас есть мир, который мы оставим после себя, и мы не хотим бросать этих милых людей во вселенной, которая погрязла в крысах и которую уже не восстановить. Второй тип игрока берет на себя всю эмоциональную нагрузку, всю ответственность и старается особо не буянить. Он сдерживается и испытывает геймплейный дискомфорт, потому что есть понятное правильно, которого нужно придерживаться. Я лично знаю, собаку сломал. Которые испытали от Dishonored неловкую фрукту, нужно. Вот она, псина сутулая, вот как она выглядит. Да. Придерживаться. Что это такое? Наречка так спит.
Я лично знаю некоторых игроков, которые испытали от Dishonored неловкую фрустрацию, типа нахрена в ней так много оружия и трюков, если в итоге тебе надо никого не убивать, корячиться в тенях и ничем кроме телепорта не пользоваться. Плохая игра, нелогичная, так говорят люди с традиционными установками. Не то чтобы я кого-то осуждал, но это выбор, который сделали вы люди в средневековье, века эдак до 18-го. Ничего удивительного при таком-то влиянии церкви, но тогда эстетика вообще не считалась самостоятельной областью изучения, а любая ориентация на наслаждение в искусстве подавлялась. До самого аж 18 века. Так я узнал, что связь этики и эстетики относительно современная идея. Ей всего лет 200. Ну и в порядке бреда, между прохождением правильно и прикольно, в Dishonored случайно мог затесаться третий тип игрока. Мимо проходил, который не читал туториалы в начале и по какой-то причине не понял, что от его действий что-то зависит. И поэтому он, конечно же, выберет кровавый маршрут, ведь игра дает ему явно кучу инструментов. Получается киношка с однозначной моралью. Всех поубивал, дошел до конца, концовка грустная. Месть — это плохо. Понятненько? Тут бы нам и закончить диалог, и я бы выбрал грохнуть этого бедного мужика, но знаете, что меня здесь смущает? Может быть, кто-то проходит игру по стелсу просто потому, что ему нравится. Да. Как было в новой Deus Ex, например. Там тип твоего прохождения тоже являлся предметом выбора. И если оставить за скобками то, что стрельба просто была не очень, почти все мы прошли игру потихой просто потому, что это прикольно. Ну то есть, как мы уже договорились... эстетично. Можно проходить игру скучным образом без убийств просто потому, что это в каком-то смысле элегантно. Типа в этом тоже есть свой шарм, даже с сюжетной точки зрения, да? Как в Hitman. Ты всем так по-разному и так нравится не играть. Очень хороший человек. Но есть такая приятная штученька, как Silent Assassin. И стремление реализоваться именно в этой эстетике заставляет нас преодолевать игровой дискомфорт. И дело вообще не в уровнях хаоса и ни в чем таком. Это культурный стимул. Получается, что даже если между двумя стульями правильно и круто... Подгадитесь, как говорится. Ну, мне, не знаю, мне вот в Хитмане нравится именно убийство делать не просто, что ты тихаря там кому-то затылок прострелил, а именно сделать так, подстроить это как несчастный случай. Мне это очень нравилось, допустим, в этом, в Обливионе такое было, в Скайриме не помню, у Лиги убийц было такое или не было задание. О, что-то было. Ну, в Обливионе тоже немного там таких заданий было. Может, там, одно даже вообще там, всего. Там, в принципе, особо у них, ну, у ассасинов, ну, не очень такие задания, я бы сказала. Круто, мы выбираем однозначно. Круто? Нам нужно продолжать отвечать на вопрос, а что такое круто и какие у этой крутизны правила? Приготовьте мозги, получается, что при всем противоречии у эстетики есть своя внутренняя этика. Переводя на русский, я крутой парень, и часть моей крутости — это мои принципы. Это обсуждение замудрил. Становится все более бессмысленным, но лично мне все более интересным. Итак, я Корва, меня Дворцово перевернули, мрази захватили корону и бла-бла-бла. Короче, в этой ситуации я абсолютно точно прав, я хороший парень. Но если я хороший парень, то может быть мне как раз стоит не убивать людей. И вот здесь уже появляется, наконец-то, слава богу, моральный выбор. Спасибо студии Arkane, она делает мою жизнь более замороченной и проблемной. У нас есть охрана, которая работает на плохих ребят, почти что участвует в дворцовом перевороте. Но, чтобы я не судил этого бедного охранника по угрюмой роже, разработчики вручают мне сердце, которое можно навести на парня и услышать, что он вообще-то нормальный парень, кошечек с дерева спасает. Но, постойте, разве может быть хорошим человек, который работает на плохих? Маленький экскурс в историю. Была такая дама, Ханна Ардент, которая аккурат к Нюрнбергскому процессу провела интервью со штурмбанфюрером СС и поняла, что он не злодей, не психопат, а обычная канцелярская крыса. Сударь вообще не был антисемитом и сжигал евреев, абсолютно не принимая моральной ответственности. Он чувствовал себя шестеренкой в механизме, не принимал решений и просто подписывал бумажки. Он не мог ни на что повлиять и просто выполнял поставленные задачи. Не он, значит кто-нибудь еще. Ханна назвала это явление банальностью зла. Ну спасибо, Dishonored, я просто хотел поиграть в приятную игру, а теперь из-за тебя и твоего сраного сердца мне приходится задумываться о том, оправдываю ли я нацизм. Сама Ханна нацизм не оправдывала, а осуждала. Вместе с
французскими экзистенциалистами, она уверяет, что незнание и подчинение не оправдывает исполнителя. Исполнители как раз и есть самые мрази. Исполнители творят основное зло. О, Господи. Поэтому оправдывать себя внешними обстоятельствами как минимум тупо, как максимум цинично, а значит еще хуже. Ханна и экзистенциалисты придерживались этики... отказались исполнять приказы, то и зло было, не было исполнено, так сказать. Ну да, не, ну оно бы все равно исполнялось. Это такое, знаешь, защитный механизм снятия себя ответственности. Ну а что, я всего лишь простой, и подставьте кого хотите. Простой местный чиновник, простой солдат, простой там, ну, что хотите. Вот кто вас там не устраивает, какая структура вас не устраивает. Долго. И это ну, весьма в принципе, такая да. требовательная штука. Она подразумевает, что ты априори должен делать так, как правильно, и никакого поощрения ну, как, за правильный например, моральный выбор. Ну, как, например, нереалистичные условия ставят уборщицам по мытью подъездов и обработке от коронавируса. В итоге она не делает это правильно, не делает это часто, но как бы жители тоже не виноваты, у нее, на ней тоже есть вина, она соглашается на такие условия, и при этом она ищет лазейку для себя. У нас эта скотина вообще не появляется в подъезде, блядь, никогда. И так везде. В основном требования к работе бывают нереалистичными, и люди ищут лазейки. Я почитал, что там написано, там два раза в неделю уборка этого, как его, подъезда. Влажное подметание, даже не мытье, и что-то там обработка, там, это, понимаешь, это все отмечено. Ну, сука, у нас даже банально подъезд не подметается хотя бы раз в неделю. Ну, а обработка? Я всего лишь ее один раз видела, чтобы она обрабатывала. Даже раз в месяц не обрабатывается. И то она только эти перила протирала, я видела, и все. Блять, просто, ну, хотя бы... Ты разошелся. Мы не о том вообще да. сейчас говорили. Да, у меня жопа не об этом частном случае, я просто привела пример. И хотя сегодня уже есть критика, ну, да. которая говорит, что тот самый штурмбанфюрер был как раз лжецом и тем еще антисемитом, но так-то Ханна права. Мужик, будь ты хорошим человеком, ты бы ушел с госслужбы, когда узнал про дворцовый переворот. Ну, сорян. Хотя... Знаешь, что для тебя допустимо? С другой стороны. Ну да. С другой стороны, был такой мемный социальный эксперимент, не путать с пранком, где ученые в лабораторных халатах заставляли случайно отобранных испытуемых бить других людей током. И раз за разом эксперимент... Посмотрите какой-нибудь клип Павла Пламенева, у него очень много интересных композиций и клипов. Шейд, привет. Спасибо за донат, но... Во-первых... Донаты уже, приемы заказов уже закрыты, что написано в названии, и в правилах написано, что музыку мы не принимаем. К эксперименту выявлялась закономерность. Несмотря на слезные мольбы жертвы остановиться, процентов этак 70 из нас готовы без принуждения бить другого человека током, просто подчиняясь авторитету. Ну, как авторитету, буквально халат. Получается, что подобное конформистское поведение заложено в нас эволюционно. Не путать с пранком, того, где ученые в лабораторных халатах заставляли случайно отобранных испытуемых бить других людей током. И раз за разом эксперимент к эксперименту выявлялась закономерность. Несмотря на слезные мольбы жертвы остановиться, процентов этак 70 из нас готовы без принуждения бить другого человека током, просто подчиняясь авторитету. Ну, как авторитету. Буквально халат. Получается, что подобное конформистское поведение заложено в нас эволюционно, и давайте будем лояльнее к ошибкам друг друга. Все мы просто не очень умные обезьяны, и нелогично требовать силы воли там, где ее статистически нет на основе эксперимента. Давайте слабости, свое нежелание принимать решение прикручивать к тому, что мы обезьяны. Нет, это не так. Или нет. Как никогда в вашей жизни, комментарии на ютубе и на сайте ждут дискуссии. Это на просто сайте вид попытки усидеть на двух стульях. Ну, да. Плю два комментария. Убиваем охранника или оставляем его в живых. Тот, который наберет больше плюсов и попадет в следующее видео. Вы скажете, ну, Кунгуров, ты чё-то совсем в край угорел, авторы о таком не задумывались. В смысле, авторы Dishonored не думали вот про эту этику внутри эстетики. А вот чёрта с два. И я могу это доказать.
Есть чуть ли не единственное место в игре, где сами разработчики прямо берут на себя морализаторскую функцию и прямо занимают позицию. Это вопрос чести. Как ни странно, но простые наемники, у которых ничего личного вроде Билли Лёрк и Дауда, не без помощи сценария вызывают гораздо меньше желания их наказать или уничтожить, чем недавние союзники, предавшие тебя ради власти. И именно смерти предателей в первой части, в отличие от смертей простых солдат, никак не влияют на рост хаоса в игре. Я больше скажу, конфликт этики и эстетики заложен в каждого из нас, и разработчиков в том числе, настолько глубоко, что он буквально физиологичен. Как говаривали классики, все переплетено. Даже в нашем языке. Мы говорим «некрасиво поступил» или напротив, «фигура вышла правильная и ладная». У этой корреляции нет однозначных доказательств, но есть такое ощущение, что грязный бомж на улице скорее всего не очень хороший человек, и он нам не очень приятен. И наоборот, этот обаятельный красавчик потрясающий. Вспомните того маньяка-убийцу, который был на 100% виноват, но на судебные процессы которого тоннами валили женщины, потому что да ладно, он же пусечка. Теда Банди. Фильм. Заком Эфроном. Сколько я помню про Теда Банди. Надо запомнить. Для начала надо запомнить, что надо посмотреть. Почему я это в контексте игры? Портреты и внешность хороших персонажей Dishonored красивые и эстетичные, а негодяи нарочито уродливы. Получается, что разработчики на определенном уровне подталкивают нас к этой мысли, что красиво, то и хорошо. И сейчас все творческие люди кивают этому утверждению. Никто из приведенных примеров не был уродливым. А я думал, никто не был красив. В эстетике есть набор правил, не связанных с моралью. Что если красиво уже значит правильно? То есть, вот, красиво. Общепризнанный... Что, там была подмышка? ...шедевр, потому что правильно. Итак, отвечая на вопрос в самом начале ролика... Как он, блин, получился про Mass Effect, если ролик про Dishonored? Игроки в Mass Effect гурьбой ломятся по пути героического героизма, я практически полностью кстати, уверен, потому что пример автор... неправильный, она популярна не потому что красиво, а потому что это Мона Лиза. Я, честно говоря, не знаю, почему она популярна. Во-первых, я написала Леонардо да Винчи. Во-вторых, он ее засунул пресловутое золотое сечение. В-третьих, это загадочная ее улыбка, это ее феномен. В-четвертых, популяризация ее образа в массовой культуре. Даже если ты никогда не был в Лувре и не очень представляешь, что делал да Винчи, и у тебя 4 класса образования, ты наверняка видел когда-нибудь где-то изображение Моны Лизы или какие-либо отсылки к нему. А что за золотое сечение? О, это долго объяснять, где я посмотрю. В смысле, загуглить. Это во время рисования используется? Или это именно в рамке используется? Оно только? Во всем используется. Это математическая... Математика, геометрия. Понятно, окей. BioWare не удалось правильно обрисовать перспективы злого Шепарда. В Mass Effect у нас есть только моральный выбор, и когда ты выбираешь плохо, ты не получаешь какого-то весомого «зато охуенно» на той стороне. А Dishonored вся строится на этой концепции, на всех уровнях, и помимо очевидного морального выбора, связанного с банальностью зла, нам предлагают играть буквально более скучно, взамен на «хорошо». И обменивают наше весело на более яркую и насыщенную окраску. А в жизни типа не так, что ли? Более скучно, более хорошо. Ну, по-разному относительно. Бывает, ну, на так-то самом да. деле. Насчет злобности во внешности, там, придания там, какой-то окраски. На самом деле в жизни зачастую бывают наоборот, и самыми отчаянными говнюками бывают люди, которые с первого взгляда вызывают в себе либо симпатию, либо жалость. Оказывается, то, что они тебя из-под тишка так пнули под зад, что ты летишь в другой конец вселенной. В принципе, да, я неправильно сравнил. Паску мира. Но есть у игры одно большое, бестолковое допущение, которое, на мой взгляд, обесценивает всю эту великолепную концепцию. Многие хардкорщики мне сразу же на это упущение указали. Ты, говорят, не прав. В Dishonored можно убивать и получить хорошую концовку. И можно убивать нормальное такое количество людей, чтобы уровень хаоса оставался на уровне. Да,
И в этом главный трюк Dishonored. Разработчики не хотели ставить игрока в ситуацию неразрешимой фрустрации, поэтому сделали игру немножко комфортнее. Они оставили окно между двумя крайностями, где игрок может пройти все, поугарать с возможностями, выдержать баланс на нормальном уровне и так и не делать этого злостного выбора между этикой и эстетикой. И в итоге, как я и обещал, все, что мы обсуждали выше, абсолютно бесполезно, потому что игрок может усидеть на двух стульях, типа, не, ну я как бы за правое дело, ну пару человек-то как бы и может. Все, что мы услышали выше, было абсолютно неприменимо на практике, но будем надеяться, что сделало нас самую капельку интереснее как людей. Обязательно помашите лайком Ивану Кудряшову и Ефрему Таскину, которые мне рассказали о конфликте этики и эстетики. Потусоваться с этими ребятами можно на портале Conceptual. А потом обязательно расскажите в комментариях, как вы такой, рассказывал в итоге. И давайте такой... уже разберемся с этим мужиком. Это все не важно, это все фигня. Стэнли Парабл на стоп. Он предупреждал об этом. Какая красотка. Ну, видео интересно, я не совсем согласна. Нет его мнения, как говорится. Спасибо за просмотр. Надеюсь, понравилось и было интересно. До скорой встречи. Пока.